В Сургуте с начала года полицейские привлекли к административной ответственности почти 1500 человек за управление автомобилем в нетрезвом виде. Так, в этом году почти у сотни сургутских автолюбителей отобрали водительские права. 14 из них, к тому же, получили реальный срок. Теперь любители горячительных напитков отбывают наказание и переосмысливают поведение в колонии. Впрочем, отмечают инспекторы, постепенно водители становятся более ответственными. По сравнению с прошлым годом, количество водителей, севших за руль под градусом, снизилось на 6%. За управление в состоянии опьянения у нас привлечено 760 водителей, за отказ от прохождения 448. А вот за повторное управление, именно где предусмотрена уголовная ответственность, у нас выявлено 187 водителей. Статистика, естественно, менее у нас. В прошлые годы выявлялось более таких водителей. Но, тем не менее, не исключены факты управления. И хотелось бы как бы обратиться к водителям. Действительно, прежде чем сесть за руль в нетрезвом состоянии, он, во-первых, должен подумать об этом, подумать о последствиях.